детстве хотела быть актрисой, стала сначала врачом. Врачебная семья, папа хирург, мама акушер-гинеколог. Как-то вот меня врачебным ветром занесло. Они сказали, надо любить людей. И белые, красные кирпичи с неба. Люди всегда будут хотеть быть здоровыми. Сначала получи профессию, а потом иди в петрушки. Так уж получилось, что в петрушки так я и не попала, но стала экспертом на телевидении. Мне хватает телевидения и медийности вот так. Абсолютно не заморочена на славе. Если завтра меня все забудут, я буду счастлива в личной жизни. Я прекрасно пишу книги, лежа на пузе, в рукописной, и получаю от этого огромное удовольствие. Переломным моментом были педагоги по психиатрии в Ростовском мединституте. Профессор Бухановский и профессор Литвак, это, знаете, в жизни сделали мне диагноз. Я захотела изучать людей. Я захотела любить людей еще больше и лечить их без лекарств. Пока мне это удается. Сказать, что сбылись все мечты? Нет, мечт у меня еще на 10 жизней.